У мышей и других грызунов нет шансов. В Самаре началась осенняя обработка парков, скверов и пляжей. Препарат ядовит только для маленьких вредителей. Для других животных и, главное, для людей он абсолютно безопасен, уверяет биолог и санитарный врач Сергей Масов. Та концентрация, которая находится в брикете, для собак совершенно безопасна. В то же время брикеты сделаны таким образом, введены такие добавки, которые, в общем-то, для собак совершенно не привлекательны. Обработка проходит в целях профилактики таких заболеваний, как, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она наблюдается в основном в пригородных зонах и передается людям от мышей и грызунов воздушно-капельным путем. Без своевременной помощи медиков может привести к летальному исходу. Поэтому уничтожение грызунов и мышей проходит в местах, где они могут появиться. Обработка проходит в три этапа. Производится визуальное определение наличия либо отсутствия грызунов. После этого проводится непосредственно сама дертизация и контроль качества. Осенняя обработка против мышей и грызунов в скверах, парках и на пляжах Самары продлится до 15 октября. Никита Борисов, Николай Сидоров. События.